один из моих любимчиков. Все время обсасывает бортик. Ну, кругляшок вот этот. Где-то. Он аж выпрыгивает. Вода стала намного чище, прозрачная. Почти на дне уже вижу рыбу, ну, плавает, допустим, белый, если какой-нибудь карп кое проплывает по дну, его вижу. Ну, когда солнышко, сейчас пока еще нет такого качества воды, но уже, я думаю, через пару дней будем видеть на дне рыбку, как плавает. Ну, там малек тусит по поверхности. Что-то они вдалеке сегодня тусят. Обычно возле меня я сажусь, а они ко мне подплывают. А сейчас он там вдалеке. Эй, рыбаки, идите сюда. Я тут. Вот совсем другое дело, уже это вода намного чище становится. А то, что я сегодня установил, да, нейлоновую сетку на 150 микрон, так вообще, я думаю, уже завтра будет виден очень хороший результат. Так что будем ждать с нетерпением завтрашнего дня и смотреть, как она будет засоряться. Потому что если на 80 микрон, да, там целая горсть грязи, то здесь непонятно, сколько будет, потому что большие частицы, они все там оседают, да, а здесь посмотрим, хотел сказать, столько же, вот, но столько же не будет, мне кажется, там чуть-чуть будет. Но наше дело очистить воду, любоваться рыбкой, разводить ее, продавать ее, расширяться, делать селекцию. Мне в основе хочется делать селекцию рыбки, чтобы именно они такие, грубо говоря, коллекционные были. Большие, с яркими выраженными цветами, правильными формами. Ну, то есть, по плану у меня так. Это только начало. И дальше ждет успех, это однозначно. Ну что, я продолжу наблюдать за рыбками, а вам здоровья, успехов, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, предлагайте, давайте обсудим это в комментариях и увидимся в новых видео.